Переговоры, конечно, да, и об этом, по-моему, еще не говорили, но я надеюсь, меня не будут за это критиковать. Просто что за гарантии были вот в этом стамбульском документе? Гарантии очень простые. В итоге мы были готовы пойти на то, чтобы, как хотела украинская делегация, эти гарантии были предельно серьезными. Ну и пределом серьезности считалась статья 5 Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса. Ну, дословно ее не стали воспроизводить, но там были согласованы другие несколько формулы, но по сути это очень серьезные гарантии безопасности. И записано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс. Что, в общем-то, означало, что их трогать нельзя. А то никакие гарантии не действуют. Было записано там, что на Украине не будет никаких военных баз.